Всем привет! Сегодняшний обзор про вкусняшки от компании Raw Mio. Пробую впервые, до этого никакую продукцию от Raw Mio я не покупала и не заказывала. Решила заказать такие сыроедческие веганские шоколадки. Здесь у нас Orange Chocolate Heart, здесь шоколадные сердечки с эфирным маслом апельсина. Содержит 70% сырое какао, сырой шоколад. Вегетарианский, сыроедческий и так далее. 30 штук, как написано на упаковке, USDA Organic. Следующий, это тоже от компании Raw Mio, Chocolate Covered Sprouted Almonds. Пророщенные орехи миндаля, покрытые шоколадом. 70% темного шоколада. Вообще в составе ничего, кроме указанных здесь ингредиентов, не содержится. Это сырой какао, сырое масло кокоса, пророщенный миндаль и сырой какао-порошок. И все. Давайте попробуем, и я скажу, который из них вкуснее. Начну все-таки с миндаля, потому что он мне давно запал в душу. Упаковки небольшие. Точно не помню, сколько стоит, обязательно укажу это в комментариях. Такие штучки, они покрыты какао-порошком. Пробуем. Безумно вкусно. Миндаль хрустящий. Удивительно, но указано, что это сырой миндаль, сырой пророщенный миндаль. Скорее всего, он очень хорошо высушен, просушен. И такое ощущение, как будто бы даже не похож на сырой, но очень-очень вкусно. В меру сладкий и чувствуется горький шоколад. Супер просто. Давайте попробуем сердечки с эфирным маслом апельсина. Почему-то, когда заказывала, думала, что это апельсиновые дольки, покрытые шоколадом в виде сердечки. Но оказалось, что здесь просто такое сердечко. Просто шоколад с эфирным маслом. Пробуем. Очень ароматный, сразу же чувствуется вкус апельсина. Быстро тает во рту. Не очень сладкий, немножко с горчинкой. Вкусняшки отличные просто. Не знаю, если у меня муж все не схомячит, я буду очень счастлива. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Мне эти шоколадки от Raw Mio очень понравились. Обязательно закажу что-нибудь еще. У них там достаточно большая линейка. Есть арахисовые пасты, есть даже какой-то чизкейк сыроедческий. Обязательно попробую, закажу. Очень вкусно. Надеюсь, обзор оказался полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Этот видеообзор подготовлен специально для сайта отзывы о herb.ru.